Сегодня 30 сентября, воскресенье, мы находимся в городе Риме. Все думают, что погода фантастическая. Ну да, немножко не такая погода, но неважно. Чемпионат. Чемпионат, где принимает участие Российская Федерация из 3 игроков, одного профессионала. Мы вышли в финал. Первое и второе место. Первое место заняла Италия, но Россия сражалась. Россия заняла второе место из 6 стран. С нами находится делегация из Карачаева, Черкесская Республика, господин Хасан Хубиев, который провел с нами 4 дня, который дотронулся рукой до конного пола первый раз. И мы делимся с вами нашими впечатлениями. Расскажите, Хасан, что вы увидели? Это же первый раз для вас. Расскажите нам. Абсолютно правильно. Я в первую очередь, конечно же, хотел бы российскую команду поздравить от всей души, потому что выйти на таком уровне, я такой уровень еще не видел, на таком уровне выйти в финал, занять второе место, это фантастически. Поэтому я этих дружных ребят, за их командный дух, я их от души поздравляю, желаю новых успехов. Конечно же, как и представитель конного региона, и так как этот вид спорта в древние времена у нас использовался для подготовки джигитов, конечно же, я настроен с вашей помощью у себя культивировать и открыть этот вид спорта. От всей души я вас хочу поблагодарить за то, что вы нас приняли здесь так красиво, и мы посмотрели такой вот классный профессиональный вид спорта. Замечательно. Так как мы профессионалы, мы понимаем, что традиции, история Карачаево-Черкесской республики заложен огромный потенциал, поэтому, естественно, мы будем работать, мы будем вырабатывать стратегию именно для этой республики, для того, чтобы также у любого региона Российской Федерации, в том числе, где особенно зарождалось поло, появилась возможность создавать свои команды от республики. Ну, я в первую очередь обрадовался то, что вот наш потенциал лошадей, если при правильной подготовке, сюда подойдет. Но еще самое главное, вот то, что еще в 15 веке сперти завели к нам этот спорт, у нас был древним национальным видом спорта. За что огромное спасибо, потому что мы его видели только по телевизору. А сегодня вы очень увидели прекрасную игру российской команды и вообще профессиональный спорт. Спасибо. Мы увидели очень хорошие результаты, и когда есть еще и традиции, и когда есть, как говорится, и ресурсы, то есть и человеческие ресурсы, есть территориальные, есть лошади, поэтому, естественно, это будет, то есть это еще больше возможности к огромным достижениям на международной арене. Спасибо вам, что вы приняли участие, не отходите пока.